хотят здоровья. Это взрослые, я член команды. Это наш дом. Хотят жить счастливыми, да, быть счастливыми. Всем желают радости. Чтобы вернулась мама и жили дома. Хочу вернуться домой. Новый год – семейный праздник, и каждый ребенок, растущий с папой и мамой, загадывает желания, которые сделают его счастливым. В основном дети хотят какие-то игрушки, технику или спортинвентарь. Ребята, лишенные семьи в силу жизненных обстоятельств, на желания смотрят иначе. И в преддверии самого волшебного праздника года ждут своего персонального чуда. Себе я желаю сдать экзамены хорошо, поступить в институт, который я хочу, и чтобы все было хорошо. Ну, этот праздник веселый, можно собираться с близкими людьми, делиться, что было в старом году, и встретить хорошо Новый год. Можно пожелать здоровья крепкого, счастья, любви. И всего самого наилучшего. Я люблю Новый год, потому что все делятся своими впечатлениями, дарят друг другу подарки. И каждый человек, ну, они все сближаются и могут друг друга увидеть. Праздник, да, я люблю, потому что всегда он веселый, всегда есть на чем посмеяться. Потому что этот праздник празднуем большим коллективом, всегда интересно. Желание хорошо закончить 9 класс, сдать экзамены. Это, наверное, самое главное сейчас. Я люблю Новый год, потому что он веселый. А что ты хочешь на Новый год? Велосипед. Просто мне нужно кататься. Я хочу, чтобы у всего мира было хорошее настроение. Всегда.